Да, конечно, матч был непростой, особенно учитывая тот факт, что большую часть второго тайма мы играли в меньшинстве, но тем не менее ребята нашли в себе силы сыграть достойно, оборонялись и в конце концов получилось забить и сравнять счет. Да, действительно, игра была непростая, но сегодня все здорово отработали в обороне, очень слаженно, очень организованно. Было у нас два хороших момента. Первый завершился ударом, да, в штангу, второй момент мы реализовали, смогли сравнять счет, и это хороший задел на будущее. Играть было, да, достаточно непросто, даже в равных составах. Марсель хорошая команда, очень быстрый футбол играют. Но когда нас стало на одного меньше, я думаю, что ребята как-то смогли благодаря этому, возможно, раскрепоститься. Поняли, что в таком моменте нужно просто играть до конца. Безусловно, когда мы остались в меньшинстве и стали уступать в счете, было непросто, но тем не менее смогли удержать этот результат и воспользоваться своим моментом для того, чтобы сравнять. Мы должны быть готовы во время матча к любому раскладу, к любым обстоятельствам. И сегодня мы это показали. Мы выдержали удар и смогли нанести ответный. Спасибо большое болельщикам за поддержку. С первого до последних минут было очень жарко и очень громко. И прям напомнило Англию и Челси по энергии, по накалу, который был на трибуне.